Об игре. Об игре? Ну, важно то, что взяли 3 очка по игре. Тяжелая игра получилась. Почему? Потому что много наших ошибок при игре в обороне. Но, честно говоря, реализация пенальти оставляет желать лучшего. Не знаю, почему так получилось. 2 пенальти мы забили. Ну, соперник играл дома. Играли хорошо. И, ну, можно сказать, что они забили гол в такой контратаке. Поэтому нам просто повезло, наверное, в концовке, что мы все-таки забили еще гол и выиграли эту игру. G'ijduvon jamoasidan shuncha qarshilik kutamiz sapratilenishdan от G'ijduvon tarafidan. Мы ждали, что будет такая игра, настраивались, готовились, что будет игра непростая, нелегкая, но так получилось, что все-таки соперник хорошо играл. Вы первый раз, да, в пролиге этот тренер? Или... Вы... В пролиге? А, первый раунд, да, это ваш? Вторая игра. А как эта команда, как тренировка, общий, там общий пролиги говорит? Я не могу сказать про все команды, потому что могу только сыграть, что мы сыграли игру с Кокандом, тоже хорошая команда, у них подбор игроков. Видел игру Самарканда и Машала, тоже две укомплектованные хорошими игроками, футболистами, эти две команды. Остальные пока ничего не могу сказать. А задачи поставили перед вам? Задача у нас каждую игру выиграть. Все, да. Спасибо. Спасибо.